31 марта 1945 года. На Первом Белорусском фронте западнее и юго-западнее города Кистжинь наши войска окружили и уничтожили значительный гарнизон немцев, оборонявший район между Вартой и Одером. Во время боев взято в плен более 3000 немецких солдат и офицеров. Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городом Нитра и с боем заняли город Таланта, важный узел дорог на путях к Братиславе. Войска фронта заняли более 80 других населенных пунктов. За 31 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 46 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника.